А вот здесь у меня куча мала из мулардов. Трусы из трусов. Сегодня им 15 дней, кстати, друзья. Сегодня им 15 дней. Давайте взвесим кого-нибудь из них. Первый попавшийся. Куда ты, товарищ? Прыгучий. Ну, 800 грамм весит. Вот этот чуть поменьше. 770 грамм. Вот еще один. Ну, тоже так же весит. Куда ты? Ровненько, 770. Кто из вас еще? Ну, идем. Иди сюда. Так. 800. Ой. Бежит, бежит. Вести не остановится. Ну, 860 грамм. Трусы, трусы. Ужасные трусы. Сколько вас тут трусов собралось в одном месте? Вот. Полегче, наверное, уточка. 757 грамм. Ну, в общем, вот такие вот. Вот такие вот шнурки. А в этой клеточке, помните его? Вот этого ребенка, которого я выхаживал. Вот он с такой полосой на спине. Заметный товарищ. Давайте его тоже взвесим. Сколько? Ну, такие же трусы, как и муларды. Здесь пускусята с ним живут. Видно, конечно, что он отстает от своей команды. Прилично отстает. Так, сколько ты весишь? 470 грамм. 470 грамм. Ну, вот такой вот. Ну, по крайней мере, жив-здоров. Набирает вес. Так, а мускусятам, не помню, сколько они же вывелись чуть позже. 270 грамм. Ну, я думаю, мы их еще с вами взвесим. Посмотрим, как будут расти эти белые утята от французских родителей. Всем удачи, друзья. Всем всего хорошего. Подписывайтесь на канал Кор в Мегаполисе. Оставайтесь с нами.